только мне взять с собой, чтобы вот на следующий день проснуться и сразу же вспомнить, что я из России. Да. Ну, я так подумала и думаю, что жаль, это будет самое то, потому что утречком мы будем пить чай с Кеном. И будем пить чай из джерельских чашек. Да. Поэтому я пошла в магазин перед тем, как уехать. Купила вот эти вот маленькие подставки под яйца. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители. Ну вот, наконец, мы дошли до конкурса. Я объявляю конкурс. И сейчас вы видите перед собой то, что достанется тем, кто выиграл на этом конкурсе. Посмотрите, какая замечательная красота. Мы с вами готовимся к Пасхе. Пасха пройдет у нас в таких цветах гжели. Пить чай в Пасху на столе, сервированном гжелью, уже стало нашей традицией. И именно поэтому призы для победителей гжель. Но в отличие от героев предыдущего видео, мы с вами коллекционеры, и гжель покупаем не в магазине, а на блошином рынке. И что можно сказать про гжель? Пышно, пышно, синяя красота, широкими мазками, наложенная на белую глину. Причем именно так, чтобы с первого раза гжель, который уже век радует нас. И особенно мы отмечаем, что гжели, да, и пышная, и если уж цветы, так розы, если уж розы, так распустившиеся. И обязательно с фигурками, потому что мы, как я уже говорила, все сказочники. Мы любим сказки, мы не можем без этого. Мы все воспитывались на русских народных сказках. И какая бы жизнь ни была, для нас распускаются синие цветы на белом фоне гжели и приносят радость. Итак, перед вами сейчас я быстренько расскажу, что же получат победители. Ну, во-первых, на первом плане вы видите замечательно вот эту чашечку. Восхитительная, пышная роза на этой чашечке. На ручке у нее цветочек. А если мы заглянем внутрь, то на самом донышке увидим веселую пчелку. Не менее красивое блюдечко с волнистыми краями и с голубыми розами. Ну, а еще сюда полагается к этому призу салфетница, напоминающая распустившийся хвост павлина. И на ней тоже такие красивые голубые розы. Ну, вот это первый приз для победителя. А у нас будет 5 призов, поскольку я хочу, чтобы как можно больше всех приняло участие в нашем общем чаепитии, чтобы мы все были вместе, все были рядом и чувствовали, что мы сидим за одним столом. Ну, это в виртуальном смысле, конечно. Итак, второй приз – этот замечательный чайничек в виде, я не знаю, петушка. Посмотрите, у него, я уже показывала, замечательный такой. Вот, посмотрите, какая прелесть. Ну и наверху там сидит курочка, то есть петушок и курица. Где-то просто петушок. Ну, вы видите по рисунку, по всему, что это старая гжель. И где-то по клейму мы можем тоже посмотреть, что это. Это 70-е годы. Ну, а где-то пишут, что это вообще кофейник. И к нему такие маленькие чашечки предлагаются. И к нему предлагается вот такая вот
рыба, осетр, который мы очень любим все, да? Сюда можно положить все что угодно. Можно положить, ну, и икру, и масло, и, может быть, еще что-то в небольшом количестве, чтобы можно было намазать, да? Вот такая вот прелесть. Сказочные герои. Вот такая прелесть у нас. Вот такая прелесть. Да. Но это вот для тех, кто выиграл. Итак, что же ждет третьего победителя? А третьего победителя ждет чайная пара и еще один чайничек, только уже побольше. И этот чайничек желевский немножко отличается, потому что на нем есть цветы, но это не розы. Но зато на чашке мы видим как раз розы. Посмотрите, как красиво. Какая милая чайная чашка. Здесь сеточка такая. И розы. Итак, что же нужно для того, чтобы участвовать в этом конкурсе? Все очень просто. Очень просто. Во-первых, должна быть подписка на мой канал. Обязательное условие. И мне хотелось бы для уточнения знать, с какого времени вы смотрите мой канал. И являетесь моим подписчиком. И второе... Мне важно знать, и есть ли у вас гжель. Почему она вам нравится, какие чувства она вас возбуждает. Ну, вот все про это. Может быть, какую-то небольшую историю. И главный вопрос, какое видео за прошлый год вам понравилось больше всего? Мое, конечно. И чтобы вы прислали полное название этого видео и рассказали, почему вы выбрали именно его. Ответы на ваши вопросы жду до понедельника, 19 апреля. В определении нашего победителя, как и в прошлый раз, будет участвовать генератор случайных чисел. Я думаю, это несложное задание, и оно мне... Вот почему я решила остановиться на этом, потому что мне хочется, чтобы все-таки побольше людей приняло участие. И, кстати, когда будете смотреть призы, все-таки напишите, какой приз вам понравился больше всего, что бы вы хотели получить. Я вам показываю четвертый приз. Вот такая замечательная уточка. С ложечкой. Она с розами, и здесь позолота есть. Очень веселая. Посмотрите. Кобальтовая сетка. Такие вот цветы красивые. И такая веселая. Ну, и вот, посмотрите, какая замечательная рыбка. Рыбку сюда можно снять, крышечку. И что-то положить. Ну, это на ваш уже вкус. Можете что-то к столу подать. Можно даже, в конце концов, как солонку использовать. Ну, тоже с кобальтовой сеткой знаменитой. Ну, а можете просто волны. Такая вот прелесть. Кто это? Карась? Щучка? Не знаю. Но довольно-таки забавная вещь.
Это вот тоже один из призов. И посмотрите, здесь, ну, все сказочный герой, вот здесь все сказка. Где вы увидите, чтобы на столе было столько интересных сказочных существ? Нет, это только у нас, это наш. И последний приз. Вот замечательная такая сахарница. Здесь уже, видите, более темный кобальт с розочкой. Вот здесь, кстати, еще не распустившаяся розочка. Ну, уже бутоны начали распускаться. Вот такая красота. Посмотрите, она сама как цветочек, как цветочек. И вот такой подсвечник. Но мне хотелось как-то не только чашки с блюдцами сделать, потому что у некоторых они есть. Мне хотелось что-то такое добавить. Ну вот, например, как подсвечник, сахарницу. Надеюсь, вам это понравилось. И еще хочу сказать, что у меня будут небольшие изменения еще. Может быть, я чем-то и дополню. А может быть, сделаю дополнительный приз. Ну вот не знаю, пока у меня 5 призов для 5 человек. Жду не дождусь, когда мы все соберемся в величайший праздник за одним виртуальным столом. И не обязательно даже, чтобы у вас на столе была гжель. Самое главное, чтобы нас объединяла, ну, доброжелательность, любовь. А я с вами прощаюсь, мои дорогие, мои любимые друзья. До встречи. Желаю вам только позитива, только самого хорошего и лучшего. Люблю, обнимаю.